В эфире «Сыскное дело», в студии Павел Баймаков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Была убита в ходе ссоры из-за неприязненных отношений. Официальную версию гибели 18-летней студентки Анны Бондаревой озвучили на первом заседании в Красноярском районном суде. На скамье подсудимых знакомый девушке 20-летний Владислав Роговик. Напомним, он уже признался в преступлении. Подсудимый внешне невозмутим даже в тот момент, когда судья зачитывает фабулу дела. Напомним, Анна Бондарева была убита в ночь на 22 июля в районе дачного массива «Сокские зори». Тело девушки обнаружили спустя почти неделю. По данным следствия, Роговик задушил свою жертву, пережал ей горло сначала руками, потом палкой. Вначале он пояснил, что она просто ушла с дачи и не вернулась, и почти неделю, пока шли поиски, пытался сбить сыщиков со следа. Это в суде подтвердили потерпевшие и свидетели по делу. Несмотря на явку с повинной, которая отражена в материалах дела, родственники погибшей девушки намерены добиваться для убийцы самого сурового наказания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. О том, что действительно совершил это преступление, он сообщил уже только после того, когда практически следствием были добыты необходимые доказательства именно его причастия к этому совершению преступления. Поэтому ни о какой явке с повинной здесь речи быть не может. Но мы будем просить максимальное наказание. Флеш-рояль вышел боком. В Самаре полицейские пресекли работу нелегального казино. Злачное заведение располагалось в одном из подвальных помещений дома в Советском районе города. Полицейские изъяли покерный стол, колоды карт, сотни игральных фишек, бухгалтерские документы, а также почти 150 тысяч рублей. Эти деньги, предполагают оперативники, были получены преступным путем. В момент проверки в здании находились более 10 человек, персонал и клиенты заведения. Нелегальное казино организовал житель областного центра 1958 года рождения. В настоящее время Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконная организация и проведение азартных игр» Уголовного кодекса Российской Федерации. Работа нелегального заведения прекращена. Не перевелись еще в русских селениях мошенники, предприимчивые основатели финансовых пирамид. Одного из них сейчас судят в Самаре. Павлу Юхименко грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, он обманул пенсионеров аж на 1,5 миллиона рублей. И это считают потерпевшие лишь малая часть от всей суммы. Подробности в нашем сюжете. Первой целью мошенников было заманить в свои сети как можно больше людей. В 2012 году сарафанное радио разнесло. В Самаре создается организация «Жилсоцминимум». Она поможет получить бесплатное жилье, а затем и вовсе разбогатеть. Для этого нужно было всего лишь вложить деньги в финансовую пирамиду, а затем получить в два раза больше. Руководил всем этим, по данным следствия, Павел Юхименко. Снять его лица так не удалось. Павел Юхименко прячется от видеокамеры. Может, боится популярности, а может, стыдно за то, что обманул пенсионеров. Последние до сих пор в шоке. Он, значит, представился очень глубоко верующим человеком. Сказал, что он, значит, жертвует личными деньгами для построения храма. Юхименко, по версии обвинения, ловко втирался в доверие к потенциальным жертвам. В этом ему помогали еще несколько человек. Кто они, пока загадка. В деле они фигурируют как неустановленные лица. За несколько месяцев в финансовую пирамиду мошенники втянули по меньшей мере 10 человек, затем исчезли. Признаны потерпевшим 10 человек, общая сумма ущерба 1 миллион 508 тысяч рублей. За данное преступление предусмотрено наказание Уголовным кодексом Российской Федерации до 10 лет лишения свободы. Многие из потерпевших вложили в финансовую пирамиду последние деньги. Мы же сейчас бабульки как дети. Мы доверяем вот это все, а потом теряем. Пусть он вернет деньги им все и раскается перед Богом. Судебное следствие сейчас в самом разгаре. Уже успели допросить всех потерпевших. 10 человек – это только те, кто обратился в полицию. По словам самих пенсионеров, число обманутых превышает сотню.
судах бывает всякое. Иногда дело даже доходит до драки. За то, чтобы все участники процесса остались целыми и невредимыми, отвечают судебные приставы. Их ряды пополнились новыми сотрудниками. В торжественной обстановке они приняли присягу и поклялись честно и добросовестно служить Отечеству и закону. Это знаменательное для каждого человека в погонах событие в службе судебных приставов происходит каждые полгода. Ровно столько должен проработать приставом каждый допущенный к принятию присяги. Виновники торжества прошли квалификационный экзамен. Свои силы на этом поприще попробовал и Андрей Фурашов. Сразу после вуза он пошел на службу судебным приставом. Работа, говорит, ответственная и непредсказуемая. Кроме физической выносливости, необходимо обладать и тонким психологическим чутьем. После судебных заседаний самые различные случаи бывают. Бывает, когда люди ведут себя неадекватно, бросаются на судей, бросаются на участников процесса. Мы взаимодействуем с сотрудниками конвойных подразделений, других силовых ведомств, обеспечиваем безопасность судебных заседаний. В Самарской области продолжается масштабная полицейская проверка. По распоряжению начальника областного главка МВД Сергея Солодовникова, операция, в которой участвовали более сотни силовиков, в том числе бойцы СОБРа и ОМОН, прошла в центральном районе Тольятти. Ранее подобные рейды уже проводились в других районах области. На этот раз полицейские задержали более 70 иностранцев. Некоторые находились в России нелегально. Кроме того, были найдены тайники с оружием и наркотиками. Задержан преступник, находившийся в федеральном розыске, а также целая банда, которая занималась угонами и перепродажей катеров. Изъято большое количество вычислительной техники, сотовые телефоны, банковские карты, финансовые документы, свидетельствующие о преступной деятельности группы лиц, занимающихся совершением краж лодочных моторов, катеров. У одного из участников этой группы изъято незарегистрированное огнестрельное оружие, травматический пистолет и арбалет. Смогли выполнить не только служебный, но и гражданский долг. В Самаре номинантами акции благородства, которой уже 18 лет, стали двое сержантов патрульно-постовой службы. В июле этого года они спасли людей из горящего дома. О том, что чужой беды не бывает, наш следующий сюжет. 9 июля этого года, 3 часа ночи, 12-й дом на улице Челюскинцев. Двое сержантов патрульно-постовой службы возвращаются в отделение, чтобы сдать смену. Тут они замечают, как из этого окна вырываются языки пламени. Полицейские понимают, пройти мимо просто нельзя. Они вызывают пожарных и бросаются на помощь к жильцам. Горела той ночью квартира Ксении Маниной. Она, ее сестра, как и десятки жителей дома в этот момент спали. Сладкий сон оборвал резкий запах гари. Я на кухню зашла, и вот вся же вот эта штора в огне. Просто вот этот монолит пламени. Я оторопела. Я сбежала в комнату, за шкирку подняла сестру, вышла в коридор, и как только открыла дверь, весь дым уже пошел. Схватив документы, но забыв в суматохе ключи, девушки выскочили из дома. В этот момент полицейские уже подбегали к подъезду. Мы подбежали к двери, вот, да, дернул дверь, дверь была закрыта. Вот. После чего мы начали обзванивать все квартиры, я набрал 4-5 квартир. Через несколько минут полицейским все же удалось попасть внутрь. Здесь уже все было в таком в черном дыме, метра полтора, уже ничего было не видно. Вадим сразу, я его отправил в это крыло выводить людей. Он уже сразу начал стучать по квартирам. Здравствуйте, у вас в доме пожар, берите вещи, документы, на улицу срочно. Итак, квартира за квартирой, всего 171. В течение 15 минут из задымленной девятиэтажки на улицу вывели несколько десятков человек. Некоторых приходилось выносить на руках. Никто не пострадал. Позже за работу взялись пожарные. Как выяснилось, причиной возгорания стал поджог. Ту ночь жители не могут забыть и по сей день, и сегодня говорят своим спасителям спасибо. Этим ребятам, конечно, надо в ноги кланяться. Они спасли жизни. Возможно, многим. Пожар – это дело такое страшное. К наградам сержантов пока не представили. Зато они стали участниками акции благородства, которая уже 18 лет проводится областным союзом журналистов. За это время ее победителями стали более 500 человек из 1000 желающих, в том числе в номинации «Люди в погонах». Цель акции была показать людей в погонах, показать их поступки, и часто их поступки вне работы, когда они совершают. И, как оказалось, таких у нас очень много.
Сами патрульные героями себя не считают, говорят, просто выполняли свою работу. Сберегли людей от беды. Погорельцы сейчас делают в квартире ремонт, а двое сержантов сразу после съемок отправились патрулировать самарские улицы. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.